Привет, мои дорогие зрители! С вами Людмила. Сегодня на ужин, тоже очень простой ужин. Мясо я натерла хорошо так солью, перчиком, хмели сумели. Привет, дорогие мои зрители! С вами опять Людмила. У меня опять очень простой ужин. Готовлю мясо. Совсем немного взяла мясо. Это не очень дорого. Что-то в районе 100 рублей. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Без косточек. Посолила, поперчила. Намазала аджичкой. И добавила еще один ингредиент. Скажу позже. Сейчас я это, пока настаивается, буду чистить картошку. Смотрите дальше. Мясо маринуется у меня. Почистила картошку, морковку и лук. Как всегда, все очень просто. Взяла я вот такую форму для запекания. На дно немного растительного масла налила. Сейчас буду укладывать сначала мясо, потом лук измельчу, картошку, морковку и буду ставить все в духовку, прикрыв сверху фольгой. Смотрите дальше. Вот так уже красиво. Сейчас добавлю лук. Вот об этой приправе я вам говорила. Производителя убрала. Никакая не реклама. Просто очень люблю. И в суп, и во второе. Везде добавляю. Вот такая красота. Лук положила на мясо. Мясо становится гораздо мягче от лука. Почему, не знаю. Сверху укутала фольгой. Вот так. Очень удобно, никаких крышек не надо. Просто удобно. И все пропечется. Поставлю в духовку на 1 час. Ну, минут 5 разогреваться будет, остальное время уже будет приготавливаться. Канал у меня не обучающий. Как умею, что делаю для себя, то и вам показываю. Все очень просто. У меня вот такой ножичек есть. Ну, просто сабля. Даже сама не знаю, откуда он у меня появился. Очень острый. Почему-то плохо режет картошку. Лук к нему прилипает. А вот руки режет просто замечательно. Но все ставлю в духовку. Результат вам покажу. И как всегда, хочу, чтобы вы тоже готовили дома. Готовили вкусную, простую, доступную по цене еду. Вот. Ну вот, пока готовится, можно попить чайку. Немножечко отдохнуть. Готовьте дома, готовьте с удовольствием. А я вас всех люблю. Пока-пока-пока. До конца досмотрите, там будет результат.